Je remercie également Alexandre et sa mère de nous avoir invités. Mais en France, la réincarnation est fermée. Вместе с вами сегодня поздравить его с днем рождения, пожелать всего самого наилучшего. Сегодня для меня самый большой подарок. Это мои друзья, которые ждут меня в нескольких местах одновременно. И мне надо с ними побывать. И я счастлив, что сегодня я здесь. Для меня это тоже особое состояние моей души. Это тоже для меня душевный праздник. Это самое лучшее чувство. Никакие подарки, никакие другие вещи никогда не заменят душевных чувств и доброго сердца. И я верил всю жизнь, и верю, вот, и буду верить до конца, что истина и правда всегда восторжествуют, всегда возьмут, всегда придут на помощь. И когда в 70-е годы, 25 с лишних лет тому назад, я впервые показал в России фильм, в СССР тогда, фильм о филиппинских хиллерах, это вызвало, конечно, шок в нашей стране. Хорошие международные контакты. И я очень рад, что спустя много лет то, что, может быть, начиналось с нами, сегодня продолжается вот здесь, когда здесь присутствуют наши друзья, когда здесь присутствует президент Александр Григорьев, который много сделал для того, чтобы это стало реальностью. И наши гости, которых я...